Во Владивостоке начались репетиции Парада Победы. На время пробного прогона колонн улицы в краевой столице будут перекрывать. Сегодня, 20 апреля, репетиции пройдут с 15:30 до 6 часов утра. Движение и парковку транспортных средств ограничат по улицам Алеутская, Светланская, Убаревича, по Океанскому проспекту и по улице Адмирала Фокина. С 9 вечера до 0 часов репетиции пройдут 25, 27 и 30 апреля, а также 2 и 4 мая. Генеральный прогон шествия в честь победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая. Подробную информацию о времени репетиции и ограничении движения смотрите на сайтах информагентств города и края.